Добрый день! Сегодня я познакомлю вас с особенностями подсветки Ambilight от Philips. Я расскажу, что это за технология и как ее использовать. Начну с интересного факта. Около 80% покупателей телевизоров Philips с Ambilight не рассматривают для дальнейшей покупки телевизоры без нее. Давайте разбираться, почему. Ambilight – уникальная запатентованная технология Philips. Это система светодиодов по периметру задней стенки телевизора, которая изменяет свой цвет в соответствии с изображением на экране. Рассеянный свет подсветки по периметру визуально расширяет экран. Давайте сравним телевизор с выключенной подсветкой и добавим Ambilight. Телевизоры Philips с технологией Ambilight производитель рекомендует размещать на расстоянии 10-15 см от стены. Светлая стена предпочтительна, но и в другом интерьере можно настроить подсветку под себя, сменив уровень яркости или выбрав цвет стены в дополнительных настройках. Сегодня на примере телевизора Philips 55 OLED 806 я подробно расскажу о режимах работы технологии Ambilight. Для того, чтобы включить Ambilight, нажмите отдельную кнопку Ambilight на пульте дистанционного управления или зайдите в меню настроек, кликните на строку Ambilight. Ambilight может опираться на аудио и на видеоряд и даже работать при выключенном экране. Для выбора режима нужно в меню настроек выбрать стиль Ambilight и перейти к нужному режиму. Подробнее остановимся на режимах соответствия видео, соответствие аудио и Lounge Light. Режим соответствия видео идеально подходит для любителей кино или другого видеоконтента. Он создан для большего вовлечения в происходящее на экране. При выборе режима соответствия видео перед нами открывается меню с 5 вариантами, каждый из которых отвечает индивидуальным потребностям пользователя. Первый вариант – стандартный. Этот режим является базовым. Цвета сменяются плавно, свет спокойный, неброский, подойдет для знакомства с Ambilight и ежедневного просмотра. Далее – естественный. У данного режима также плавная смена цветов. Он отображает черный цвет и максимально реалистично следует за изображением и звуком. Спорт. Особенностью этого режима является динамика. Цвета светодиодов меняются чаще, что отлично подходит для любых спортивных трансляций. Для болельщиков есть возможность воспроизвести флаг своей страны. Для выбора следует вернуться в меню «Стиль Ambilight», далее строка «Отображение флага» и выбрать «Флаг». Возвращаемся к режиму соответствия видео. Еще два варианта. Яркий. При данной настройке цвета подсветки обладают максимальной яркостью. Игровой. Игровой режим быстрее реагирует на смену картинки, что особенно актуально для динамичных игр. Также геймерам будет полезна еще одна особенность Ambilight – снятие нагрузки с глаз. При просмотре телевизора Philips с данной технологией задействуется периферическое зрение. Это позволяет глазам меньше напрягаться, чем при просмотре обычного телевизора. Можно играть несколько часов и не чувствовать себя разбитым. После режима соответствия видео идет строка соответствия аудио. Ambilight может опираться не только на видео, но и на аудиоряд. На радость всем меломанам Ambilight делает это в нескольких вариантах в зависимости от потребностей. Насыщенность цвета. Данный вариант опирается не только на музыкальное сопровождение, но и на цвета в кадре, делая просмотр любимых клипов увлекательнее. Ретро. Соответствие аудио в стиле ретро создает ощущение музыкального ретро-автомата. В этом режиме происходит смена цвета подсветки, яркость и насыщенность которой связаны с частотой воспроизводимого звука. Ритм. Этот режим максимально подстраивается под ритм аудиоряда, что отлично подойдет для вечеринок. Сразу после строки соответствия аудио мы опускаемся на строку Lounge Light. Режим Lounge Light представляет собой фиксированную подсветку, которую можно включить на телевизоре, находящемся в режиме ожидания. У пользователя есть несколько вариантов на выбор. К примеру, лава, океан, природа. Телевизор в режиме Lounge Light является дополнительным источником света, который поможет создать особую атмосферу у вас дома. И еще кое-что интересное. Даже в таком деле, как сон, Ambilight приходит на помощь. С помощью режима Ambisleep заснуть будет в разы проще. Чтобы настроить Ambisleep, нужно зайти в установки, выбрать строку Ambilight, нажать на Ambisleep и задать нужные параметры. Длительность, яркость, цвет, звук и активировать Ambisleep. Эта функция отображает плавно затухающий закат, цвет которого можно выбрать, с приятным аудиосопровождением, звуками костра или дождя.
Также Ambilight является отличным световым будильником. Для включения будильника нужно зайти в быстрое меню, нажав на отдельную кнопку на пульте дистанционного управления, выбрать строку «Сигнал пробуждения». Далее предоставлена возможность выбора заставки, мелодии для пробуждения и громкости. Готово. Все перечисленные режимы и функции подсветки Philips Ambilight делают использование телевизора увлекательным и уникальным, а сама технология постоянно обновляется, следуя за нуждами пользователей. Надеемся, что эта видеоинструкция была вам полезна. До встречи!